Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Алькатрас. Мы продолжаем прохождение игры Black Mesa. Ведущий серии мы перестрелялись с вертолетом. И, как видите, по моему здоровью это прошло не очень круто. Но мы, как всегда, выберемся из этого дерьма и обратно идем наружу. И это, по-моему, плохо. Давайте покой. Так, ух, ну у нас, походу, к чему-то готовят. Так, ну что у нас тут? Блин, да вы издеваетесь. Фонарик, сохранимся. Стоп. О, водичка. Все выше и выше поднимаем. И как мне, блядь, с ним тут выживать-то? Бля, ну нахуй, блядь. Сука, здесь так, блядь. Давайте по одному подходите, блядь. Минус один. Еще один. А вот. Так, пока не подошли. Сохраняемся. Я же это понял, блин, что мне крышка, блядь. Блядь, меня из танка ебашит, а? Ебал. Ну нахуй. Так, блядь, никак не пригодится. Сука, блядь, успокойся, танк, блядь. Так, посмотрим, куда он побежит. Сохранимся сейчас еще надо выстрелить. Окей. Вроде бы здесь более безопасно, чем было, блядь. Убить в эти ебаные трубы, блядь. Они твоих нюхали в демон, блядь. Так, блядь. Надеюсь, они сюда спускаться не будут. Сейчас они по канале. Да слезть, да. Так что у нас там? Ой, блядь, подлинный туннель, блядь. Так, секундочку, а здесь что у нас? Так, сохранимся. Блин, так бегать по воде, пиздец, бесит. Так, определенно солдат тут еще где-то есть. Танк продолжает стрелять в меня. Так. Еще они-то не бегают ко мне. Так, здесь мне не вариант залезать. Тоже. Стоп, а что у нас там? Стоп. Та дверь вроде бы откроется. Так, чё эта херня-то не работает? Так, сейчас попытаемся на второй этаж выбежать. Бля, бежим нахуй. А, сука, блядь. Не бы их не уточнить, блядь. О, мы базуку нашли. Ебись. Ну, надо сказать, сейчас убьют уже, блядь. Когда мы добежим туда нахуй. Да. Хотя бы, наверное, куда бежать. Патроны. Хватит целить, задолбал меня уже, блядь. Так, стреляй. И чё вот там? С автоматами. Так. А, если бы не так все было, куда проще. Блин, ты беги ты, блин. Блин, ты что там один ебаный. Да, сука, да как мне прикажете от него пробежаться, блин? Это пиздец, товарищ. Так,
Мне куда-то вот здесь надо залезть. Я понимаю. Чтобы у меня больше времени было. Чтобы подняться. Аж, блядь. Так нихуя, блядь. Да это пиздец полный, товарищи. Он меня не убил, блядь. Это заебал стрелять, блядь, после загрузки. Ну сразу начинается массовый обстрел меня, блядь. Только высунусь, сука. Стоп, у меня патроны уже могут есть. А, один патрончик есть. Надо стрелять нам, мудак, блядь. Чё, блядь, не понравилось? Пидор, блядь. На, чё, не понравилось? На, блядь. О, блядь, вот так можно что-то взорвать. Выход взрыва. Возможно, мы поняли, как его убить. Сейчас главное забежать до будки. Так, базук сразу достану. Блин, дискрит, ты мудак, еб... Блин, фигня, блядь. Пиздец, блядь, только высунулся сразу, блядь. Надолго, блядь. Кто эти мышления? Блядь, он... Пиздец, он что, не может пройти через коробку, блядь. А давайте зимком тогда попробуем. Да беги ты в... Да беги... Ты, мать твою, издеваешься, сука! Пиздец этот... Пиздец! Ааа, сука, я съеб... Пошли нахуй, блядь. Сука, блядь. Не может быть... Да... Блядь, ну пиздец, блядь, чё он не может забежать? Чё он куда-то нахуй в сторону летит, блядь? Ты хуеть вообще можно, блядь? От таких игр, блядь. Сука, не стрелять, блядь. Да, аллилуйя, блядь, добежал, блядь. Сохранимся, блядь. Ай, блядь. Стрелять это давай. Да, блядь, опять начинается, я не могу забежать, блядь. Давай еще раз. Так, еще раз. О, блядь. Хана ему, блядь. Ух. Так, сохранимся. 18 хп. Этого очень плохо. Вообще плохо. Так, еще автоматик. Блядь, пиздец. А, если, оказывается, две будки было. Ну ладно, две будки, так, две. А, одна из моих нелюбимых миссий, будем считать. Ну, вы понимаете, почему. Много тупости, боли. Ладно, 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 здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, может, о, жизнь, хорошо. Так, дверцу открыли, хорошо. Блин, походу будет загрузка сейчас очередная. Ладно, пошлите. Так, вот чувствую подлог здесь какой-нибудь, как обычно, блин. Что там такое белое? Так, видимо, куда-то движемся успешно. Да, блин, вы издеваетесь еще, блядь, там? БТР. Не, ну чё, я подготовился, товарищи, блядь. Так, отстреляйся, пожалуйста. Так, ну, подожди, давай, отстреляйся, подожди. Ах, ну чё крепкая тварь-то, а?
Мне кажется, ее вообще пух на это все. Да, чики. А, вот, нет, все, скини похуй. Сохранить с такими жизнями, блин, херенами, блин. Ну ладно, более-менее. Ах, не, давайте еще один. Давайте сейчас БТ. Так, что, блядь? Очередная разбитая машина. Блядь, и солдат уже, блядь, тут как... Блядь. Пиздец, мне на спец именно где они, блядь. Так, сука, где? Пиздец, блядь. Как так жить, блядь? Таким жизнью, блядь. О. Не так, что типа база была, что ли? Давай, подходи, урод, блядь. Снял, блядь. Сохранимся. Ну, вот уже более-менее, блядь. Живые, блядь. Так, надеюсь, мы там двое тут были. Да, КПП какой-то очередной. Да-да-да. О, здесь пойти, походу, можно. Ну, пути у нас больше особо нету, я не вижу. Так, гранаты вернули. Герму ворот открываем. Хорошо, так. Герму ворот открываются. Конечно, я тоже был это ожидать, блядь. Так, тут двоегон какой-то сдох. Не знаю, радовался или плакать. Еще одна очередная гигантская база, блядь. Так, один. А, понятно, что тут сдох. На мину наткнулся просто на все. Дохла охранник очередной. Коллекционировать можно. Так, здесь мин нет, надеюсь. Ладно. Здесь определенно есть мины. Так, пистолет. Так. Блять. Ох, блядь. Вроде бы слышу солдат. Ой, блядь. Ты откуда взялся, блядь? Ладненько. Ладно, здесь мы все зачислим, он, блядь, спокойно. Так. Электричество здесь четко выделось. Ладно, ладно, ладно. Все решим потихоньку. Все, своим очередем. Решим. Так, здесь мы сможем пойти. Где-то мы сможем полететь. Так, ушки. Так, здесь мы тоже не можем пройти. А, пойдем здесь. Ага, походу нам сюда. Идем. Так, взрываем это и это. Оу, щит. Ты, блядь. Ну, ну что, сука, блядь, надеюсь, тебе это понравится, что я сделаю сейчас. Сука, блядь. Попробуй только это пережить, уебок, блядь. Только не видишь, что мне сейчас со снайпером, от снайпера придется бегать, блядь. Так, жизнь вся... Ох, ты. Всего помало, блин, кому. Ладно, сохранимся. Так, здесь, надеюсь, мин не будет. Блин, как на ладони, блин. Да, наверное, там все накаркал. Так, ну здесь нам надо где-то ворота, кажется, открыть. Так, ну здесь гранаты, блин, помогут только. Давай.
Хорошо. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, ну, мы сами отсылим. Так, давайте потихоньку идем, 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 идем. Бля, закрыто. Догвали. Догвали. Бля, заденет. Догвали. Ой, блядь, чуть не заткнулись. Так, завали. Блять, а. Что за херня-то происходит? Эх, не прокатило. Так, гранат возьмем снова. Отходим. Кажись, все взрывало. Сильное напряжение. Блять, что-то меня подарили, что на стопке долбанет, ну дай вам пронесть. А, не, пролезли. Прикольно. Ой, блять, это основа ебаный снайпер. Сука. Где ебаная базука, блять? Суки, блядь. Начинается, блядь. Блядь, здесь нельзя пойти. А, вообще. Ай, блядь. А, вон, эти все случаи снова. Мы тут все время и замечаем явные вещи. 16 хп. Ну ладно, могло быть похуже. Так, аптечек нету. А вот, понятно, куда нам теперь идти. Ну, сюда же, да? Давайте осмотримся. Вот за нами следят же. О, ученый. Хорошо, безопасно, значит. You're heading for the Lambda Complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Okay, буду с полной осторожностью. А, не закрылся. Ну ладно. Молодец. Я к чему-то такому был готов. А, так, мины. Хватались каких-то мин. Ну ладно. Ну, так, это закрыто. А мы сделаем так. О, чё за... Чё за нах... А, мы, походу, сдохли. Так, как понимаю... Стрелять тут не вариант, да? Так, опять ты. Так, давайте еще разок попробуем. А, понятно. Короче, сейчас здание взлетит. Ну ладно, понятно. Как мне это говно... Да как мне это говно тебе обойти, блин? Нет, так его обязательно... Прекрасно. Опять здравствуй, блядь, в очередной раз, блядь. Надеюсь, как-нибудь пройти, может, что-нибудь заметить. Блять, ну как мне, блядь, пройти так? Чтобы эта херня не взорвала, блядь. Задену, блядь. Так, вот там что-то вон взять. Так. Могу это взять? Нет. Блин. Чуть-чуть надо взять, а?
Так, у тебя что-нибудь там есть, что можно встать на что-нибудь? О, коробка, видите, подойдет. Так, сохранимся. Так. Так, сохранимся. Блять. Тупая идея. Очень тупая. Очередной геморрой, блядь. Так, почка иди сюда, блядь. Будешь моей подставкой. Так, ну если типа, получится. О, хорошо. И все так уж. Блять. Ладно, это объясню. Закон физики и все такое. А вот. Что за нах? 8 хп, это вы издеваетесь, блядь. Ну ладно, блядь, вы меня разозли. Это шутка, блядь. Это, блин, испытаниями опять заставляют проходить всех там, блядь. Да, если опять надо, думаю. Не, думаю, так не перепрыгнуть. Так. Ну что может быть лучше для того, чтобы прыгнуть, чем ящик с динамитом? Нет. Тихо. Так, так ушки. Тань ПМ, блин. Смотрите. Так, сохранимся. Чтоб по 500 раз нахер. И херню не заниматься. Хорошо. Сохранимся еще разок. Что у нас тут? Есть эти ебаные крабы, блядь. Вроде бы нет. Тоже ничего. Что-то. Ага, понятненько. А что у нас тут? Прекрасно, совсем прекрасно, блядь. Дохлый труп чего-то, блядь. Чего-то знать не хочу, блядь. Ладно, погнали, блядь. Блядь, задел все-таки. Блядь, блядь. Ладно, знаете что, давайте тогда закончим на этом эту серию. Следующий. Пытаемся разобраться, как пройти это минное поле, блин. Ну, спасибо всем за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего. Пока.